Масленичная неделя завершилась грандиозными гуляниями, которые прошли не только в городе, но и за его пределами. Сами понимаете, за чертой Рязани праздник получился более атмосферным. Так, например, в поселке Ласковский на конно-спортивной базе «Рязанский Топунок» устроили настоящее театрализованное представление. В нем приняли участие многие представители сказочного мира, такие как Баба-Яга, Кикимора и, конечно же, главные любимцы публики – лошади. Сначала на них символом уходящей зимы пронеслись снежинки, ну а потом главное масленичное угощение – блины – показали, на что они способны. Это у нас традиционный праздник, мы его проводим каждый год, и собирается, как видите, очень много людей. И те, кто посещают наши занятия, и гостей приглашаем отовсюду, знакомые, друзья, родственники, все собираются, те, кто вот к нам сюда приезжает. Вот, очень веселый у нас здесь проходит вот этот праздник. Как и положено в Масленицу, гостей угощали блинами и горячим чаем. Не обошлось на празднике и без веселых конкурсов. Взрослые дети с удовольствием участвовали в перетягивании каната, а смельчаки попытались забраться на ледяной столб. Однако самым популярным развлечением стало катание на лошадях. Подобные праздники на этой конно-спортивной базе стали уже традиционными. Это и отличное развлечение, и определенная дань традициям, и желание организаторов показать, как можно с пользой проводить свое свободное время. Основное, конечно, это привлечь людей, молодежь, детей, потому что занятия верховой ездой и вообще общение с животными, с лошадьми, ну, это самое прекрасное, самое хорошее, что можно, ну, как бы представить в этой жизни. Мы себя не представляем без лошадей. Гости получили массу удовольствия от общения с лошадьми, и от веселого праздника, и от солнечной, по-настоящему весенней погоды, которая порадовала нас окончание недели. Будем надеяться, что впереди у нас такая же радостная весна, ведь встретили мы ее, как и положено, весело, задорно и широко.